Листогибочный пресс. Гибка листового металла – это технологическая операция, при которой плоской заготовке придается новая объемная форма. Гибка металла осуществляется только за счет пластической деформации материала. Благодаря новейшей технологии этот пресс обеспечивает превосходную точность гибки по всей длине. Станина пресса оснащена встроенной автономной системой предварительной натяжки, которая позволяет сгибать длинные детали. Оператор вводит размеры на дисплее и может указать приоритет гибки, включая порядок изгиба и требуемый допуск. Адаптивный гидравлический привод обеспечивает максимальную эффективность на всех этапах гибки изделия. Гидравлический листогибочный пресс гнет изделие не только из черного и оцинкованного металла, но и из металла с уже нанесенным полимерным покрытием. Точность сгиба будет постоянной вне зависимости от толщины металла – от 0,1 до 10 мм. Металлические профили – П-образный, шляпный, фасадные кассеты, коллекторные ящики, доборные элементы – это лишь часть продукции, выпускаемой листогибочным прессом. Гидравлический листогибочный пресс разработан с учетом самых последних достижений технологий современного машиностроения. Видеопроизводство полного цикла «Калмыков.ру».